Губернатор Иван Белозерцев провел встречу с новым руководителем отделения посольства Белоруссии в России, расположенном в Нижнем Новгороде. Стороны обсудили предстоящие направления сотрудничества. Внешнеторговый оборот нашего региона с соседним государством за 10 месяцев 2020 года составил свыше 52 миллионов долларов США. При этом объем экспорта примерно равен импорту. Пензенские предприятия осуществляют поставку декоративной бумаги, основы для мебельного производства, арматуры, посуды, радиоаппаратуры, станков. Высокоразвитая промышленность, много оборонки, электроника. И я думаю, что мы, белорусская сторона, рассчитывает, что найдем точки соприкосновения более плотные, нежели которые уже есть на сегодняшний день. Иван Белозерцев и Владимир Воронкович также обсудили планы по проведению бизнес-форума с участием представителей промышленных предприятий Пензенской области и регионов Беларуси.